Здравствуйте всем, пацаны. Решил вам снять пресс свой. Я его делал 15 лет еще назад. Это я раньше здесь у мамы работал. Печка моя. Покажу. Это был мой гараж. Тут света нету. Экономят. Вот тут раньше я работал. Верстак мой он. Короче, вот такая ситуация. Переехал тут так. Оставалось немножко. Вот тут у меня стоял этот акварный фрезер, ну, не видно ничего, не сутило. Давайте расскажу вам за пресс. Вот видите, 2005 год, это я его делал. Варил я его, конечно, с усилием. Вот тут плита, наверное, миллиметров 40 вот по пальцу. Видите? Вот, видно по пальцу. Миллиметров, наверное, 40 вот тут. Да, где-то. Сейчас вам расскажу. Зачем я его сделал, у меня тут отверстие. Я раньше был сильным этим любителем УАЗиков. Мосты распрессовывать, переделывать на Волговские мосты. То есть вы поняли? Вот такая ситуация. Вот отсюда вид. Опускается постель. Вот у меня тут ручка. Видно, что нет, там шестеренка. Я вам сделал выше, ниже. Тросики тянут. Видите? Поднимается на любую эту. Пальцы вынимаются, всовываются так, то есть, ну, вариантом входит где-то, наверное, 1,30 м, 1,40 м. Усилие у него 10 он, по-моему, я считал, или 15, не помню. Даже, наверное, работает, если папа не выключил. А ну. Да. Видите? Нажимаем, давит все, давление ходит. Видно, да, металл здесь я тоже серьезные шайбы. Сюда есть у меня эти различные по насосу, пацаны, насос, ну блин, видимость, конечно. Видите, мотор 5,5 киловатта и стоит НШ 10. Он у меня в начале давил 300 атмосфер. Эти вырывала, блин, фланцы. Ну, там темно. Я его сейчас от мамы заберу. Потом еще там когда-то вам запилю видосик. Вы поняли? Расширитель скобачок с ресивером я взял, повесил. Вот такой у меня пресс. Надо сейчас его отсюда вынимать как-то. А, распределитель самый лучший, я считаю. Болгарские, они эти секционные, можно одну секцию 5,50 секций набрать, как бы все равно сколько секций. Короче, пацаны, вот такой пресс, он меня выручал очень сильно. Сейчас надо его забирать. Все, пацаны, всем привет, до новых встреч в эфире.